Желающих стать разнорабочими искать не пришлось. В августе в школе номер 226 трудоустроено 10 подростков. Они помогают подготовить образовательное учреждение к новому учебному году и занимаются благоустройством территории. Мы им доверяем такую общую работу, именно подсобную. У нас сейчас идет косметический ремонт школы, и мы для косметики немножко, значит, штукатурим. А вот весь мусор, чтобы у нас малярши быстренько все делали, они все, ребятишки, потихонечку собирают. Столы моют, стулья отмывают потихонечку, все ставят. И поливают цветы. Старшеклассники старательно выполняют все задания наставников. За свои труды в конце месяца они получат заработную плату. Могу сказать, что помощь от них большая. Подростки работают 21 рабочий день с двумя выходными, получается, 4-часовой рабочий день. И заработная плата 4 с небольшим они получают из местного бюджета. И еще материальная помощь от центра занятости в районе 1500. Всего в дни летних каникул в учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования было трудоустроено 300 старшеклассников. В 226-й школе свой первый опыт работы приобрели 30 подростков. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».